Так, что у нас произошло нового после того, как ввели карантин? Сегодня среда. 20 тысяч крон или 15 дней тюрьмы. Штраф за то, что человек вышел из дома, если его посадили на карантин или в изоляцию. Так, ну вот пришел к нам очередной корабль Island Commander. Это не круизный лайнер, а он какой-то индустриальный. В городе все так же мало народа. Гуляют мамы с колясками, идут люди по делам. По одному, по два человека. Автобусы стали ездить уже не раз 15 минут, а раз 30 минут. Мужчина на роликах и с лыжными палками тренируется. Этот корабль Санас всегда здесь стоит. На нем во время праздников застолья происходят. Некоторые коммуны дают возможность возвращать деньги за карточки месячные на транспорт в связи с карантином. Нам приплыла крупная рыба скандиквитси зубастая. Во время карантина лучше здороваться теперь так. Проявлять нежность таким образом. А это как вариант работать из дома, домашняя контора, домашний офис, когда дети не пошли в школу. В школах проводится онлайн-обучение. Вот, например, завтра у моего ребенка в группе из 4 человек будет онлайн-встреча, видеоконференция с учительницей. Класс поделили на 4 группы. Их 16 человек в классе. По официальным каналам дали 5 источников информации, которые следует читать для получения объективной информации, что происходит в связи с карантином, с этим вирусом. Так, вот появилась подзорная труба, раньше ее не было.
Значит, тут написано Hi-Spy Viewing Machines и веб-сайт такой HiSpyViewing.com. В общем, сейчас посмотрю, что видно в эту подзорную трубу. Вот на том корабле. Так, сейчас. Значит, я вижу. Подходит с бородой, с бакенбардами. Работник один к окну подошел, посмотрел, надеюсь, меня не увидел, и пошел в другую сторону. Я вижу, у них стоит кофемашина, байндеры синего белого цвета, салфетки висят, чашки, типа кухня такое. Ну и вижу какие-то столы. Дверь открыта в эту кухню. Вот опять подошел товарищ. Оглядывается он в кепке, в темной одежде. И на борту корабля написано VS-4403. Так. А там у нас написано «Шестьвахт». Это военный корабль. Тут лодка. Рыбак. Да, он рыбак с удочкой. Ну, в общем, уже больше людей на улице. Магазины продолжают работать. Сейчас мы видим тут прекрасный кораблик с вертолетной площадкой, которая обслуживает нефтяные платформы. Название Лариса с двумя С. Я думаю, в такой ситуации карантина очень важно сохранять чувство юмора. Вот один мужчина опубликовал свои контактные данные, если кому-то нужно, например, доставить еду или что-то домой, кто на карантине, он готов помочь. Вывесил туалетную бумагу.